Как говорится, начнем с вес 800 килограмм. Я с него начну. Сделаю подходы 2-3. Значит, что тут важно? Важно, естественно, мобилизация, настрой. Важно сделать такой настрой, чтобы он не затрагивал, не мобилизовал ваши внутренние ресурсы, а использовал внешние. То есть это больше работа сознания. Мне в том месяце, декабре, по-моему, 9 декабря, примерно так, удалось утречком, подойдя к весу 900 килограмм, поднять его на 4 раза. Вот сразу я подошел, настроился, пристроился и поднял. Посмотрим сейчас как. Я что еще для себя понял, это то, что слишком часто я стал всем этим заниматься, и вроде бы как шла накачка энергии, но существует еще какой-то вид энергии, который у меня исчерпался. То есть самый вот этот умственный, который руководит вот этим вот волевым усилием. Вот его потенциал исчерпался. Но сейчас посмотрим. Я отдыхал. Что у меня получится? Это победа. Итак, по 700 кил. Так сказать, потянуть силу с глубины пространства. Вот, встал. Ну и 850, и, как говорится, на этом закончим. Превосходно. На 21 января 2023 года.